Всем привет! Вот такой вот пирожок белого цвета Citroen Berlingo, короткая база. 1.2 Pure Tech, турбированный трехцилиндровый мотор, 131 лошадь, шестиступенчатая механика. Только что из Европы. Это предложение, возможно, будет интересно тем, кто хочет запрыгнуть в последний вагон, успеть купить автомобиль по низким ценам. Машина 2020 год выпуска, 43 тысячи оригинального пробега. Сейчас ВИН оставлю, пробивайте. Стоит она на сегодняшний день. А сегодня у нас 29 сентября. 1 780 000 рублей. 1 780 000 рублей. ВИН номер показываю, пробивайте. Машина в заводском исполнении. Комплектация у нас, назовем ее простая, народная, да? Сейчас быстро перечислю, что здесь есть. Итак, у нас дальний-ближний галоген, 16-го диаметра колеса, на BF Goodrich хорошей резине европейской. Машина, как и сказал в начале ролика, короткая база. Машина имеет фаркоп съемный, кстати. Так, пятая дверь открывается вверх, бывают распашные вариации, здесь вверх открывается. Большой по объему багажник. Здесь второго пола нет, ребят. Есть такая вот убирающаяся, трансформирующаяся полка. Ее можно вот сюда поставить, располовинить багажное отделение, что очень удобно. Очень высокий потолок. Все же это каблук. Кстати, длиннобазная версия не всем нужна, да? То есть кому-то короткой базы предостаточно. Такой вот квадрат, кубик, как хотите его называйте. Но я думаю, что он очень удобен, особенно тот, кто занимается какой-нибудь легкой коммерцией, доставляет какие-нибудь коробочки по мегаполисам, по городам. Поэтому сюда при сложении второго ряда, то есть 40 на 60 складываются сиденья, вы получаете ровный пол и огромное внутреннее пространство. Так, очень удобно где-то парковаться, выгружать какие-то коробки, грузы, из-за того, что у нас сдвижные двери. Кстати, вот эти вот форточки, они немного открываются на проветривание, имейте в виду. В жирных версиях бывают стеклоподъемники, здесь они проветриваются. Так, место водителя, два стеклоподъемника, настройка электрическая зеркал, пластиковое рулевое колесо, 43 тысячи на щитке пробег. Но он с аукциона, ребят, поэтому там все пробивается, как бы все есть, что у нас с настоящим пробегом. Так, ниша, мультимедиа сенсорная, такая типа максимальная, потому что бывают такие короткие, маленькие, не цветные. А, значит, три педали, одна ручка переключения, шестиступенчатая механика. Опять же, повторюсь, 1.2 Pure Tech. Ребят, он очень резво едет, я вот сюда ехал до места локации, и он прям конкретно так неплохо валит. Может быть, из-за того, что здесь пробег маленький, 43 тысячи пробега. Возможно, из-за того, что у нас короткая база, она все же меньше весит, чем длиннобазная версия. Еще это не рассказал. Электрокорректор фар. Есть круиз. Бортовой компьютер, чтение знаков дорожных. Также у нас слежение полосы есть. Это регулировка мультимедии. И такой простейший кондиционер, короче, проще говоря. Так, про шестиступенчатую коробку и передний привод поговорили. Здесь также есть полка, как во всех этих каблуках. Там много всяких полезных инструментов, грузов, личных вещей вы можете убрать, чтобы они, так скажем, не лежали в основной части багажника. Так, ну здесь же также здесь полочка, здесь открывающийся бардачок. И здесь такой же еще один бардачок, подстаканник, такой автомобиль для тех, кто там трудится на себя, ну или дачник, любит что-нибудь возить, стройматериалы и все остальное. Просто огромно высокий такой вот этот второй, третий, ну не третий, багажник и второй ряд. То есть высокая крыша – это залог, значит, залог хорошего вместимого автомобиля. Короче, ребят, заинтересовал автомобиль, набирайте. 1 780 000 рублей, 2020 год, 43 тысячи пробег. ВИН номер оставил, пробивайте. Всем всего хорошего, всем пока.